Все мои рецепты десертов из сахара, жирных сливок 33%, сливочного масла 82,5%. Ни в коем случае никаких заменителей сахара, никаких обезжиренных продуктов. Хуже сахара может быть только заменитель сахара. Навсегда это запомните. Если вы в очередной раз зададите вопрос, ну ты же нутрициолог, сахар нельзя. Почему ты это делаешь? Потому что у меня есть семья. Помимо того, что я победила свою зависимость от сладкого, теперь искренне не хочу, а если захочу, с удовольствием съем, моя семья не победила. И лучше я испеку им по-настоящему качественный, вкусный десерт, нежели они будут травиться чем-то из магазина, где состав продукта вот такой, где столько ешек, столько консервантов, где нет ни масла, ни молока. Сахар, наверное, есть, надеюсь. А если вы покупаете еще вот эти вот варианты, знаете, ПП-десерт, фитнес-десерт, там вообще все на заменителях и на обезжиренном. Тут просто до свидания гормональная система. А потом вы будете удивляться, почему у меня тут не в порядке и там не в порядке. А что вы кушаете? Действительно, лучше съесть вот такой кекс, чем обезжиренное тирамису, поверьте мне.